Доброе утро. У нас 8 утра. И ночью был такой первый снег. Не сильный, конечно, потому что земля сухая. Но вот крыша машин в снегу. Видите? И дома немножко тоже припорошило снегом сверху. Ну, как говорится, маленький, но гордый первый снег все равно был. По прогнозу был. И очень похолодало у нас. Этой ночью было минус 3. Так что первый минус в этом году и первый мороз. На улице очень холодно.